Вот у тебя милость, да, твой ангел на игру был. Да. Вот как это связано со всем, что произошло? Ну, у меня такая сфера деятельности. Угу. Благотворительность. Я открыла свой благотворительный фонд. Собираюсь заниматься, так сказать, помощью, да, профилактикой. А милость – это то, что должны дать мне для реализации этого проекта. Угу, угу. То есть тебе это дано теперь? Я надеюсь. Угу. Хорошо. Скажи вообще, вот как ты считаешь, твоя цель, ну, судя по тому, что...